художник Канафия Тельжанов считается одним из основателей казахской монументальной живописи. Его полотна, то обращенные в прошлое, то настоящее, заставляли и заставляют своих зрителей задумываться о многих вещах, которые впоследствии оказываются самыми важными. Глядя на картины, написанные им, каждый из нас задумывается об истории своего народа, о нашем общем прошлом, родном доме, близких людях, любви и преданности. Родился 1 мая 1927 году. Ему выпало немало испытаний. Он знал, что такое горький удел сиротства. Родители в 1932 году переехали в Ленинград. С 10 лет занимался в Ленинграде в художественной школе юных дарований при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры, но был отчислен в связи с арестом его отца, Тимир Булата Тельжанова, который был репрессирован и расстрелян НКВД в 1939 году. Мать Джамал погибла в блокадном Ленинграде. Последний раз он видел ее в 1942 году, когда его вместе с другими детьми увозили из осажденного города. Он оказался в интернате в Кировской области, но его тянуло на родину. Несколько раз он пытался бежать, в конце концов ему собрали денег и медленными военными эшелонами отправили в Алма-Ату. И только после окончания войны в 1946 году он смог закончить сначала Алматинское художественное училище, а позже и Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Дипломной работой его станет историческое полотно Амангельды Иманов. С 1953 по 1958 года работал преподавателем Алматинского театрально-художественного училища. После уехал в город Джунгарского Алатау, стал писать картины на природе, включая известную Жамал, посвященную матери. Горный период стал переломным в жизни художников. Одна за другой стали появляться картины, составившие славу казахстанского изобразительного искусства. Талант Канафии Тельжанова был признан при жизни. Художник был награжден многими наградами и высокими званиями. Но сам он больше всего ценил звание «Народный художник СССР», подчеркивал, что он единственный в Казахстане живописец с таким званием. Творчество художника получило широкое международное признание. Он приглашался в качестве педагога в Академию искусств Кубы и Синьцзянский институт искусств. Картины Канафии Тельжанова – это могучие, красивые песни о родном Казахстане, о великой борьбе народа за светлое, прекрасное будущее. Умер художник 30 сентября 2013 года в Алматы.